Добро пожаловать на мой канал. 9 месяцев назад, в сентябре 2014 года, я снимала видео о гемантусах, выкапывала их голубенькие, укладывала их на зиму спать. Сейчас у меня растут молодые вот эти вот высаженные клубни. Хочу немного остановиться на листиках, которые я сажала, то есть на размножение гемантуса листом. Да, здесь хочу сразу обратить внимание, вот этот вот гемантус, он стоял возле окна. Вот этот листик просто прикасался к окну, так вот сильно. И это солнечный ожог он получил. Вот это теперь нужно обрезать. И нельзя допускать прикасания листов к окну, к солнечному. Поэтому я его обрезаю, отодвигаю потом дальше от окна. И больше такой ошибки не совершаю. Значит, все мои листики, которые я высаживала тогда в лоточек, они не сохранились. Один листик остался как бы дальше жить. И я его пересадила вот в такой вот стаканчик из-под йогурта. В течение 9 месяцев он у меня постепенно вот так вот высыхал. Вот сейчас я вам покажу. И я его не выбрасывала. Все-таки этот лист, он успел дать такую вот детку. Там внутри наверняка, вот жалко, что тут не видно, стаканчик непрозрачный. Там уже образовался клубенек и растет вот такая вот деточка. Теперь я могу обрезать уже это вот ненужный сухой листочек. И дальше оставляю расти вот этот вот маленький гемантус. Это подтверждает, что из листа все-таки вырастить гемантус можно. Не теряйте терпения, удачи, всем пока, до новых встреч на моем канале.